Один из них – Матвей Карась. Под руководством своего тренера Александра Демуры он уже 8 лет оттачивает свое спортивное мастерство. На прошедшем в ноябре первенстве России Матвей взял бронзу в весовой категории до 73 килограммов. В будущем я хочу поехать на Кубки Европы, которых набрать нужно рейтинг. И уже после того, как я наберу рейтинг, могу выступать на Европе и на мире. Также выполнить хочу мастера спорта. Сейчас Матвей готовится к выступлению на Кубке Европы по дзюдо, который пройдет в Испании в феврале. Параллельно с ним к турниру готовится и Анастасия Бажук. Тренер вместе со спортсменкой уплотнил график занятий. Каждый день у нас тренировки, мы точим технику, учим новые броски, приемы. И он возит сюда на любые соревнования, так как хочет, чтобы я многого добилась. И сейчас, если я попадаю в тройку на Кубке Европы, я захожу в сборную России по дзюдо. Предстоящие соревнования – это отбор на мир по дзюдо, а также на европейские юношеские олимпийские игры.